Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Здрасте. Мне бы так хотелось бы с вами пообщаться, но все время как-то избегаете общения. То ли вы боитесь вопросов, то ли вы сами не умеете их задавать. С кем я избегаю? С вами общения, да? Да. Ну, у меня такое впечатление сложилось. Я с вами уже не первый раз сталкиваюсь, а вы все время избегаете. Потом раз и отключаетесь. Ну вот, когда я раз и отключаю, что вы придумываете? Если я начал говорить с человеком, я никогда просто так не буду отключаться. Что за бред? Я просто вам говорю то, что было на самом деле. Я же не придумываю. Что было? Что было на самом деле? Ну, что вы отключаетесь. Все. От кого я отключаюсь? Ладно, хорошо. Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. А в чем? Вопрос в том, какой вы человек. Нет, вопрос как в том... Как вы себя... Вопрос как... в том... Нет, подождите, можно задать вам вопрос? Как вы себя позиционируете как человека? Вопрос в том, что здесь я говорю на политические темы. Что касается, например, отношений между Украиной и Россией, между цивилизованным миром и Россией. Вот, я не собираюсь давать себе оценку как человека. Более того, меня не интересует абсолютно ваша оценка меня как человека. Я здесь говорю на политические темы. Если вы способны, если вы тянете разговор, да. Если нет, как обычно, идите нахер дальше, я найду другого собеседника. А давайте я с вами потяну, может быть. Ну, давайте. Если есть вопросы, задавайте, конечно. Ну, у меня вот вопрос такой вот. Как вы относитесь к тому, что F-16 будет поставлен на Украину? Очень хорошо. Вот ждем. Ждем с нетерпением. А вот если как в игре в шахматах, например, посмотреть, вы что, хотите ударить пешку или посмотреть по тому ферзя где-то? Как вы? Что вы несете в этом, что F-16 мирных жителей? Это же 100 пудов. Это же будет так выглядеть. Вас не было просто слышно последнюю минуту. Подожди секунду. Тихо, не ори, Орк. Тебя не было слышно последнюю минуту, у тебя прервалась связь. Повтори последнюю минуту, тебя не было слышно вообще. А, хорошо, повторяю. Как вы себе представляете, например, отношение того, что кто будет в кого стрелять? Как кто будет как F-16 будет противостоять S-400, S-500? Они должны быть на этой, ну, на этом поле войны присутствовать. Или они будут просто как устрашающий факт? Устрашающий факт для кого? Для России или для Украины? Чтобы примирить ее, чтобы немножко сдержалась она. Или просто это будет как выглядеть так, что это как Америка просто затеивает Третью мировую войну? Это выглядит так, что ваши S-300, S-400, S-500 забудьте, у вас их и нету, блин. S-300, S-400 выносятся практически каждый день украинскими войсками. Везде. И в Белгородской области, и в Курской, и в Крыму особенно. Не далее, как вчера, уничтожили очередную установку С-300 и одну панциря вашего. У вас постоянно выносится все из Крыма, С-300, С-400. С-500 это какая-то экспериментальная модель, которой только на бумаге есть, никто ее не видел, и у вас ее нету. Вот. А F-16 это те самолеты, которых в России... такого ранга, класса самолетов не было и не будет уже никогда. Это самолеты 4+ поколения. У вас даже четверочки твердой, можно сказать, что нету. Ну, Су-57, которых там одна у вас осталась штука или две, может быть, соответствует. А F-16 такие, что ваше господство в небе прекратится раз и навсегда. Хорошо, ладно. Другой вопрос. Можно задать или как? Или вы хотели что-нибудь? Задавай, конечно. Вот я хотел тогда послушать еще от вас такое мнение. Если S-500 у нас, короче, такая экспериментальная установка, S-400, которая выносится всегда, которую ничего там нет,
Небаном Украины сейчас пока что в Российской Федерации, правильно? Что? Ну, не над всей Украиной. Как понять небо над Украиной в Российской Федерации? Ничего не понял. Я говорю, что сейчас Российская Федерация контролирует над большей частью Украины небо. Ну, если говорить, у кого сейчас больше контроль над небом, в целом, да, если брать прифронтовые там и так далее, то, ну, я думаю, что у Российской Федерации больше пока контроля, да, к сожалению. 16. Вы хотите решить вопрос, чтобы контроль неба стал все-таки как бы ваш. Конечно. Потому что будете уничтожать ПВО, будете наносить удары куда-то, будет у вас такая стратегическая политика. Правильно? Так же получается? Нет. Первая задача F-16 это сбивать ваши Су-34, которые ФАБами, КАБами приносят серьезные неприятности фронту. Это первая и основная задача. После того, как ваши Су-34 проредеют, хорошенечко проредеют, уже, а может быть и параллельно с этим, зависит от того, сколько F-16 будет, они же будут увеличиваться постепенно, уже начнутся кабы со стороны Украины по вашим позициям. F-16 это будет такой же поворотный момент, я думаю, как был с Хаймарсом, если вы помните. А вот смотри, можно тебе другой вопрос задать? Ну, давай, давай. Вот смотри, вот ты сидишь ты же сидишь славянин, да? Я сижу, да, дальше что? Ну, ты Развивай мысль. Ну, ты славянин? Ты славянин? Я не знаю, я хотел сделать все генетическую экспертизу, все руки не доходят. Ну, а в смысле, что тебе делать нужно? Генетическую экспертизу. А если ты сделаешь генетическую экспертизу, на кого ты будешь похож тогда? Я не понимаю. Ну, в смысле, кто ты будешь тогда? Нет, генетическая экспертиза скажет, она скажет, мусульманин и славянин, это теплое с зеленым ты сейчас сравниваешь. Нет. Я хотел сказать, ты кто вообще сам по себе? Ты себя ощущаешь как-нибудь или ты просто мразь? Нет, мразь это ты. Я, естественно, себя ощущаю человеком, который разговаривает вот с такими мразями, которые не умеют разговаривать, не умеют формировать и формулировать мысль. Переходят на оскорбления, горят. Понимаешь? Я человек. Да нет, ты на человека далеко не похож. Я же тебе сказал, я не готов с тобой обсуждать твои личностные качества. Меня абсолютно не интересует твое видение меня. Я здесь говорю на политические темы. Если ты способен говорить, если, как обычно, ты обосрался, как вы все обсираетесь, кнопочка дальше и пошел вон. Нет, я тебя слушаю, политические вопросы, военные вопросы давай обсудим. Политический вопрос меня тоже интересует. Насколько вы способны еще воевать с Россией? Вы это кто? Вы, Украина. Вы. Я это не Украина, я это Америка вообще-то. Я в Калифорнии живу. А родом я из России. Я к Украине вообще отношения не имею. Кто это вы? Калифорния это вообще воевать не может, потому что, блин, она будет вынесена в пух и прах. Ну, конечно. Калифорния не может воевать. Самая сильная армия мира Америки не может воевать, да, конечно. Будет вынесена в пух и прах, да. Согласен. Вот ты весь твой ум и показываешь. А тебе в школе давали? Ну, понятно. Все, чувак. И в жопу. Ну, видите, и что? Чем это закончилось? Грязными оскорблениями. И он что-то будет говорить о том, что кто-то там убегает, сливается, что он там говорил. Вот это вся их, все умение их разговаривать, понимаете? Все умение их разговаривать и желание разговаривать. Потому что конструктивно они не умеют и не хотят говорить. Такие дела, друзья. До новых встреч, пока.